Армения на данном этапе должна снять со своей повестки вопрос открытия границы с Турцией. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции в пятницу заявил бывший директор службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. По его словам, ни экономика республики, ни ее система безопасности не готовы к открытию границы. Этот вопрос нужно снять с повестки и вернуться к теме только после решения намеченных проблем, подчеркнул Ванецян. Напомним, что разблокировка коммуникаций между Арменией, Азербайджаном и Турцией предусмотрена трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Карабахе, вступившем в силу 10 ноября. О возможностях открытия границ ранее говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что нужно сформировать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении, а для этого необходимо изменить свою точку зрения относительно региона. Секретарь Совбеза Армения Армен Григорян в интервью общественному телевидению, также отвечая на вопрос ведущего, является ли Турция враждебным для Армении государством, отметил, что Армения должна внести некоторые корректировки в свои подходы.